на Алиэкспресс приобрел вот такой вот чудесный диск. Просто чудесный диск. Значит, по характеристикам продавец заявляет, что у него 16 терабайт. И цена его всего лишь там 22 евро, по-моему. В общем, взял посмотреть, что за штучка. Что мало, очень мало верится, потому что цена такая сказочная, да и размеры для 16 терабайт. Ну, особо рассказывать не буду, потому что не стоит делать длинное видео. В общем, подключаете вы его к компьютеру, работает оно, его определяет нормально, все, даже по характеристикам показывают там не 16 терабайт, а 15 копейками там на систему. В общем, по характеристикам посмотреть он действительно так, но возьмите, запишите на него что-нибудь, оно будет записывать, будет показывать, что записал. Но если вы потом переставляете куда-либо на другой, скажем, таблет или к телефону подключаете, или, ну, неважно, на другой компьютер поставьте, уже будет показывать, что там записано, но вы ничего с ним сделать не сможете. То есть не стирает, не записывает больше ничего. То есть все останавливается на месте. Форматировать его бесполезно. Будет показывать, что отформатировало, то есть быстрая форматация. А если его поставить на, чтобы уже нормально форматировало, то это сутками будет. И результат будет тот же самый. Сейчас я его попробую разобрать. Посмотрим, что внутри. В общем, вот это все его внутренности, ничего здесь нету. Вот стоит, значит, контроллер, разъемчик и флешка, непонятно насколько и что за флешка. То есть сюда фактически много ничего не влезет, вот сколько оно сюда влезет, а потом будем его просто по кругу вертеть и ничего записывать не будет. Вот она, клеем горячим залита. Она тут даже не подписана, даже вообще ничего не написано. Никаких опознавательных знаков. В общем, вот что продается в этом носителе. Поэтому, когда будете покупать, соответственно, смотрите, следует ли ее покупать. В общем, не советую брать ее, не тратьте деньги. Это все, потому что 16 терабайт, будет размерчик побольше, да и цена будет поприличнее. Попробую я ее воткнуть в компьютер, сейчас посмотрю, сколько на этом находится. Хотя здесь ничего не написано. Сейчас вставил флешку, вот она ее отформатировала, вот она высветилась. Вот эта флешка маленькая, сейчас показывает 50 гигабайт. Но нужно для проверки еще записать что-то, посмотреть, сколько реально влезет. Кому было интересно, подписывайтесь. Не забывайте поставить лайк. Всем удачи!